Друзья, всем привет! Меня зовут Маргарита, вы на канале «Наш любимый питомник». Сегодня у нас раннее утро, пятница. Как вы видите, у нас снег. Еще на прошлой неделе у нас было плюс 20 градусов, мы сидели в футболках, гуляли с собакой, с Мией. А сейчас у нас вот выпал снег. Можете видеть за моей спиной, как все бело, снежно. К нам тоже пришла зима. И сегодня я сейчас иду на парковку забирать новую собаку. Если вы помните, у нас в декабре случилась трагедия, у нас погибла Бали. И теперь приезжает собака тоже из того же самого питомника, мы зарезервировали. Вот, идем ее встречать. Сейчас все покажу, расскажу. Доброе утро. Как доехали? Пометели? Зима у вас. Да. День дураков всегда. Причем на прошлой неделе у нас было плюс 20 градусов, представляете? Я знаю. Ты отличишь мальчика от девочки? Да, конечно. Здравствуйте. Ну вот, друзья, наша девочка. Пока что в коридоре ее принесла. Как видите, она боится. Оливия. Оливия. Солнышко. Немножко она мокрая. Ну что, они слюнявятся, конечно. В машине их укачивать немного. Посмотрите, какая красота. Что там, собаки? Ой, как страшно, скажи, да? Ой, как страшно, да? Да. Сейчас отдохнешь, да? Хорошо. Пойдем с собачками познакомимся. Пойдем. Пойдем, хорошо. Тихо. Тихо. Тишина. Вот я приготовила для нее клеточку уже. Иди сюда. Оливия. Пока что боится. Оливия! 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 Друзья, пока что у нас вот так вот. Собачка в клетке, потому что она боится немного. Я решила посадить ее отдельно пока что. А все малыши носятся вокруг, знакомятся. Все здесь. Пусть они сначала так понюхаются через клетку, потом будем их знакомить уже. Габи, что это такое? Ну что это? А Зора пробует клетку открыть. Ему нравятся новые собаки. Социализатор. Ну все, тогда пусть он немножко посидит, отдохнет, может быть поспит. И потом вечером покажу вам еще. Ну вот, друзья, уже прошла примерно неделя с того момента, как мы забрали нашу девочку. Вот она здесь прыгает. Она уже привыкла к нашим собакам другим. Теперь она живет уже с ними в вольере. Как вы помните, у нас была небольшая клеточка, где она жила первые два дня, чтобы привыкнуть. Мия, отойди, я снимаю Оливию. Мия. Все собаки, конечно, завидуют. Ну что такое, не прыгай на шпицев. Ну не прыгай. Ну что это? Мия. Мия. Вот. Наша девочка уже привыкла. Все хорошо. У нее очень игривый характер. Ну, конечно, это щенок. Поэтому она со всеми пробует играть. Ей все нравится. Здесь Пеппа еще прыгает. Хочет любви и ласки. Посмотрите, как она обнимает меня лапками. И гладь, гладь меня, гладь меня. А Мия принесла палочку. Ну, давай. Нужно палочку бросить. Вот, друзья, так что у нас все хорошо. Щеночек привык. Теперь будем ждать, пока она вырастет. Может быть, от нее уже будут щеночки в следующем году, наверное, к концу, если все будет хорошо. Там Криси у нас стоит. Как видите, у нас солнышко. Когда мы забирали Оливию, был снег. Сейчас у нас опять солнце, 20 градусов, тепло, пришла весна. Везде цветут уже тюльпаны вовсю. Мия, ну отдай палку. Смотрите, видите, это овчарка. Что она принесла палочку, грызалку вот эти мы им даем. И она любит, чтобы я ей бросала тоже. Вот так. Давай. Ты там, ты там, ты там, ты там. Ты там, собаки. Собаки-улыбаки. Собаки-улыбаки. Что? Но Мия, конечно, звезда. Она всегда здесь. И где гладится, она всегда там. Ну что ты? Ну что? Что? Спокойно. Спокойно.
спокойно, успокойся. Так что у нас, друзья, все хорошо, потихонечку. Мы уже были с Оливией и с Пеппой, да, с Пеппой и с Оливией мы были в парке тюльпанов. На эту тему будет отдельное видео. Покажу вам, как мы гуляли, как Оливия себя вела. Первый раз она была на шлейке, мы ее взяли. Вот она очень хорошо себя показала. Мы уже начали с ней тренировки на выставке. Но пока что ждем родословную, потому что русские родословные достаточно долго делаются. Пока они дойдут, это мы на Бали, например, ждали, по-моему, около 8 месяцев родословную, пока она дойдет. Но уже решили тренировать собак к выставке, чтобы они были готовы. Ну, так вот, друзья, так что если вам нравятся наши ролики, не забывайте подписываться, ставьте лайки, пишите комментарии. Буду вам рада. Всем добра!